а Светлана Агарвал собрала своих друзей по дороге в Болливуд. Большой сольный концерт единственной исполнительницы индийских песен в Беларуси совместно с артистами белорусской эстрады состоялся в Минске. В шоу-программе прозвучали любимые композиции поклонников певицы. Невероятная энергетика, роскошные наряды, красота, запах благовоний и улыбки. Поддержать артистку своими выступлениями также пришли Искуя Балян, Алексей Хлистов, Саша Нэм, Александр Солодуха и многие другие.